А в моей стране все есть. Нефть в ней есть, и газ в ней есть. Уголь есть, и никель есть. Алюминия не счесть. Есть в ней золото, алмазы, изумруды и топазы. Как же так? В стране все есть, а народу нехер есть. Как же так? Все есть в стране, а народ живет в говне. А в моей стране все есть. Есть зерно и мясо есть. Есть лососи, осетры. В них полным-полно икры. Есть и овощи, и фрукты, и молочные продукты. Как же так, продукты есть, а народу нехер есть. Как же так, все есть в стране, а народ живет в говне. А в моей стране все есть, губернаторы в ней есть, мэры есть, заммэры есть, и у замов замы есть, ЖКХ и МВД, и в кустах ГИБДД, и из Форбса пацаны, граждане другой страны, генералы, депутаты, коммунисты, демократы. Как же так, они все есть, и им всем не нехер есть, и комфортно жить в стране, где народ живет в говне. Ля-л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 я. Весь народ живет в говне, а говно живет вполне.